Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И вчера я делала обзор на трафаретики Тони Свифт Прайса. Вот они, смотрите. Классно как получается. За ночь все высохло. И теперь можно аккуратненько ее просто дорисовать и все. И тут также. Смотрите, как классно. И сама такая разрисована. Как классно получилось. Здесь у нас. Опа. И снеговик. Ну, снеговика, мне кажется, каждый может нарисовать сам. Это довольно легко. Даже, мне кажется, для новичка, в принципе, там считается это полукруг. Ну, как не полукруг, а овал. А потом просто вот тут овал, тут чуть-чуть. Ну, тут кружочек и все. Ну, шляпку, мне кажется, любой нарисует. Веник, ручки. Вот. Тут еще немножечко дорисовать можно. Как раз у него тут где-то улыбочка. Чуть-чуть дорисовать. Там носик. Морковка. Вот. Ну, больше, конечно, мне эта снежинка понравилась. Очень красиво. Только вот это вот мешает здесь. Елочку тут получилось хорошо. Какая красивая. Не удержалась перед такой красотой. Смотрите, как классно, а. Как это снег лежит на этих деревьях. Так красиво. Вот тут особенно. Так эта баклажка мешает. Как он прям лег на нас же. Я представляю сейчас, как красиво в лесу. Вот в лесу вообще красота. Мы когда-то жили, когда только начинали с Женей жить, мы жили около лесопарка. И зимой выходили туда гулять, кататься на санках. Было очень там красиво, нам очень нравилось. Но это было очень далеко от моего дома, от моей мамы. И чтобы добраться до моей мамы на автобусе, я добиралась где-то час-полтора, где-то, ну, по-разному от пробок зависело. Тогда их было поменьше немножко. Но там было очень красиво. Я сейчас думаю, жалко, что тогда у меня не было своего канала, иначе бы я столько могла наснимать. Конечно, можно, да, зимой съездить. Сейчас маленький ребенок еще пока, вот Дима подрастет. Обязательно вместе с вами туда съездим, в лесопарк. Все поснимаем. Там очень красиво, особенно после снегопада. Ну и в принципе в лесу зимой красиво. И мы помним, как устраивали пикник даже. Нашли сугроб, положили туда какую-то тряпочку. Там снежки играют. Тряпочку положили, там открыли чай. Ну, термос с чаем. Чай попили, что-то там поели. Какие-то там бутербродики. Так классно, там все так в снегу. Птички там что-то чирикают. Так тишина. Нету этой городской суеты. И вообще так классно. Именно вот пикник зимой. Обычно летом там бегаешь, там травка, зелень, там речка, все, а это зимой. Совершенно другие ощущения. Вот, мы там полежали на этих сугробах. Вот, так классно, они там приминаются именно под тебя, как какой-то пуфик такой мягенький. Очень, так, прям запомнилось. И тут тоже как красиво, господи. Какая красота. Ну, немножечко, вот, наверное, мутновато будет, хотя. Там дети даже на улице кричат, играют. Ну, там дети собираются, смотрите, залазят на какой-то постоянный домик. Там, кстати, я еще не была, надо сходить посмотреть. А, там они вообще легко залазят. Раз, вон и все. Я думаю, как они туда взбираются, там и маленькие дети залазят, по-моему, с другой стороны. Не знаю, зачем этот домик сделали, убрали бы его.
И дай бог, там ребенок сорвется, он с другой стороны там вообще высота у него там метр три, наверное. Зимой, не дай бог, подскользнется, вот так и все. Набежало их. Полно. Да, у нас завалы до сих пор. Выйти с коляской мы не можем, потому что очень сильные завалы. Вот. Ой, там кричат. Прям сквозь плоские окна аж слышно. Красиво. Какая красивая зима. Захожу вот к сыну в комнату и вижу такую необыкновенную картину. Отрывок лежит на полу. Здесь такая вот штука. Вроде она была склеена довольно хорошо, ничего не торчало. Единственное, что у нас торчало, это, по-моему, вот в том углу. Вот, видно чуть-чуть. Я думала, что он до тут доберется первым делом. Но он добрался вот тут вот. Вот он, кусок весь. И оказывается, что эту фотообойну наклеили прям сверху на обои. Видимо, может, еще поэтому она вот приклеилась хуже. А что тут? Видно, ребристая. Если бы была стена полностью ровная, наверное, было бы лучше. Будем ждать папу. Что она скажет папа? Будет тут, наверное, заклеивать все это каким-нибудь клеем. Вот так вот у нас. Да? Сына. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да. Ай-яй-яй, сына. Такая у нас теперь тут картина получается. Сегодня у меня необычная каша, сегодня у меня гречнево-пшеничная будет каша, поскольку гречки оказалось чуть-чуть, и чтобы ее хотя бы получилось более-менее на всех нас хватило, хотя бы на ужин и завтрак, вот такой нам, в принципе, хватает. Вот, гречнево-пшеничная каша, попробуем, как она на вкус будет, интересно даже. И также у меня здесь стирается стиральная машинка, вернее, белье стирается в ней. Димина одежда, плюс мои полотенчики. Вот. Выглядываю в окно и вижу. Убрать. Там дальше. Убрать. Остальные не видно. Класс вообще. Такое вообще первый раз вижу. Убрать. Кофмобильчика. Сначала увидела вот ту машину. Не пойму. Думаю, что тут написали? Убра. Мне сразу убрать. Думаю, убра, почему? Странно. Потом увидела следующий автомобиль. Вот он. Убрать. Классно вообще. Видимо, хотят дорогу, наверное, почистить как следует. Приехал трактор, все чистит. Второй раз уже. Ветка вот только мешает прям. Второй раз уже кучу делает. И сейчас так классно застрял тут. Такой, как бульдозер такой огромный, с такими колесищами. Такой гигантский он вообще. Второй раз, кстати, его здесь вижу. До этого чистили у нас два маленьких. Такие малюточки двое проехали, когда только снег выпал. Смотрите, готовится. Дыщ. Пробивает. Все, перед Новым годом готовится. Нет, не пробил, да? А, нет. Там лед прям, офигеть. Молодец, как старательно. Другой бы вообще проехал, просто прочистил. Ну, не чистится, господи. Поехал дальше, а тут как старательно. Выполняет свою работу.
Первый раз вообще такое вижу, чтобы трактор прям так старательно все чистил. Он там подымает, чуть дальше относит. Наверное, большая редкость. Все чистят свои машины, все отгоняют машины свои. Двор такой довольно дружный. Знают друг друга все. Тут мало квартир, потому что. Поэтому все друг друга знают. А когда квартир много, конечно, незнакомых много. Где-то остановился. Вот. И хорошо, вон там с той стороны все почищено. А эти вот две машины, они на парковке считаются, стоят. То есть на том месте, где специально для машин. Поэтому их убирать не стали. И ну, за деревом с той стороны мы подойдем. С другой я покажу. Там тоже на парковке стоят. Им убираться, вернее, уезжать не обязательно. Все, стартанул. Сейчас он с разбегу. А, нет, пропускает. Сейчас какой-нибудь тут встанет. Даже он. Соседи собрались понаблюдать, как снег чистят. Где такое еще увидишь? Как чистят снег. А, нет, едет. Вон он. До машины. Сейчас тик машину. Сейчас он ее спереди и сзади. Ага. Потряс.